Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, начнем с магазина, и здесь нам достается бесплатно саблезубый бородавочник. Но, как ты видишь, он у меня прокачан по фулочке, так что толку мне от этого вообще нету. Так, что у нас тут еще? Пока все. Ну, этого я не буду, ребята, брать, хотя когтистый мне, в принципе, нужен. Заберем награду на арене. Так, у нас с тобой, о, воблер, 15 штучек, отлично, мне нужно его прокачивать. Фехтовальщик 13 карточек и 14 карточек на хилбота мне достается, плюс 5000 голды. Так, ну что, давай быстренько с тобой пробежимся, как говорится, накажем противника, 18 уровень. Для нас это, ну, вообще, на изи, ребята, вот что я тебе скажу. Просто я могу выпустить... Ну, одного даже самурая будет достаточно, чтобы он тут всех порвал. Даже вот мечника. Он сейчас просто подойдет, один раз ударит по-любому. Даже по этому роботу, смотри. Пинч. Ну, конечно, что ты хочешь, ребята, он... Какого уровня? Сотого. Ёлки-палки, а этот 18-го. Чувствуешь разницу? Ну, ладно, самое главное, что мы арену с тобой прошли. У нас будет с тобой время для награды через 7 часов, грубо говоря. Так, по армии у нас пока все тихо, никто прокачаться не хочет. Ну, а мы с тобой... Подожди секунду, я вернусь. Хочу глянуть, что у нас тут за испытание. Кто разыгрывается? Ежедневное испытание мне, в принципе, если будет копейщик... А, нет, нет. Молотильщик. Был бы копейщик, я бы, наверное, пошел бы с удовольствием. Потому что копейщик мне вот этот нужен. Ну, раз не он, так не он. Поехали. Так, что у нас здесь? Ух. Друзья мои, я же, по-моему, не смог пройти, да, вот эту вот команду. Или у меня энергия закончилась, точно сейчас и не вспомню. Но здесь у нас хищнец, тритон, ё-моё, страж. Слушай, довольно такая сильная команда, если честно. Неужели мне надо будет имбу тратить? Слушай, давай попробуем, наверное, вот этой командой. Я думаю, что ей, в принципе, под силу справиться. Единственное, что мне будет здесь доставлять неудобство, это хищнец. Так, пока никто не идет. Плюс страж. Ну да, тут, ребят, стоит подумать, как лучше сделать. Что-то никого не выпускает, интересно. Ага, выпустил стража все-таки. Слушай, мы можем выпустить друидку для начала. Как вариант. Давай, наверное, так с тобой сделаем. Ага. Ты понял, да, что он делает? Но не тут-то было, мы его сейчас разберем. Что-то не сработало немножко, ладно, фиг с ним. Страшно, не выпендривайся, пожалуйста, а. Ха, изи. Двигаемся дальше. Наша армия, как говорится, идет вперед. Опять страж. Так, тут Тритоша вылез, естественно, повесил защиту. Опа, ну куда ты прешь, а? На-ка. Нет, тут, ребята, ему вообще ничего не светит. У меня слишком имбовая армия. Плюс друидка нам помогает. Мы сейчас просто тут распечатаем всех. Страж вообще нам тут не в указ. Ну и тритон, в принципе, тоже. Так, хищнец, тихо-тихо-тихо. Он друидку колбасит. Оу, все. Все. Мы уже уничтожаем базу. И, как ты понимаешь, мы ее уделали. А это говорит о том, что мы с тобой победили. И остается лишь один поединок. Один поединок, и мы с тобой закончим именно этот портал. Так, здесь у нас пришелец. Опять же, слизень-морпех. Ага, вот тут, ребята, я беру, конечно же, имбу свою. Тут лорд пустоты. Я с ним не особо хочу драться. На равных, да? Мы будем немножко, ребята, хитрее. Разнесем его в хламину сразу же. Не дадим вообще ни малейшего шанса ему на победу. Ни малейшего, пускай даже не мечтает об этом. Сейчас мы с тобой накопим достаточное количество энергии и уже будем, в принципе, начинать бомбить. Я вызову, наверное, Ронина сейчас. А он стража, наверное, сейчас бросит. Опа, схитрил. Да, ребята, схитрил пришелец. Немножко, конечно, не такого эффекта я ожидал. Ладно, ничего страшного. Погнали тогда еще разок.
Страж, да ну! Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что он тут вытворяет, а? Давай, давай, давай. Отлично. Ну что, ребят, я даже не уверен, что здесь лорд пустоты хотя бы появится. Хотя бы покажет свое лицо. Принимаем ульту. Ну. Вот, все-таки появился, ребята. Все-таки он вышел и сразу же отдуплился. Все. Что и требовалось доказать. Победа за нами. Ну вот, забираем с тобой сундук. Сундук захватчиков. Что нам здесь выпадет? Ага, жаба с пушкой, пришелец и 12500 голды. Плюс еще награду за пройденный телепорт. Копейщики, эльфы, ну и пес храма. Друзья мои, мы с вами отправляемся на следующий портал. Квест завершен, странник. Здесь у нас долина подданных, плюс роботы. Угу, нежить будет. Так, нефритовая долина и, получается, еще захватчики. Ну что же, я готов. Я готов, ребята, поехали. Начинаем, естественно. Ага, тут фехтовальщик и рыцарь. Фехтовальщик и рыцарь. Как тут лучше сделать-то? Блин. Ну, наверное, возьму вот этот отряд все-таки. Я знаю, что фехтовальщик очень быстрый, шустрый. Очень много наносит урона, но у меня есть щитобот. И в связке вместе с молотильщиком это должна быть вообще имба, по идее. Проверим мою теорию. Теория работает, поэтому, ребят, шансов у них навряд ли тут на победу будет. Ну, ты сам видишь. Так, распетрушили, и сейчас мы тут замок быстро ему разнесем в хламину. Давай, 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 родные мои, ну. Есть. Все. Довольно быстро, да, два молотильщика. Они очень много наносят урона, поэтому. Когда же мы с тобой получим, ребята, сундук, а? Скажите-ка мне на милость. Я уже сколько коплю-коплю и никак не могу накопить на этот эпический сундучок, который мне нужен. Так, ну здесь, в принципе, то же самое добавляется ко всему копейщице, которая, в принципе, для нас тоже особой угрозы не представляет. Да, она бьет издалека, может оттолкнуть моих юнитов чуть-чуть назад. Тихо, тихо, фехтовальщик, успокойся. Идет, довольный. Давай, молотильщик, распетрушь его. Отлично. Так, он по повторчику, да, вызвал? Блин, вот сейчас вот плохо, когда копейщица, ребята. Вот именно вот здесь она, да. Не особо мне нравится. Она стоит сзади, например, танков, да? И начинает своим копишком бомбить. Что не есть хорошо. Но, тем не менее, я все-таки думаю, ребят, победа здесь за нами. Тем более на ускорении. Все, остается добить. Отлично. Эх, хоть бы раз бы мне с одной заходки, ребята, пройти полностью телепорт. Пока этого у меня не получалось. Ну что, давай дальше продвигаться с тобой. А здесь лучница. Ну что, лучница, так лучница. В принципе, она не настолько страшна. Может, конечно, поджечь моих юнитов, но они. Тем более, вот эти вот юниты у нас вообще хороши. Огнеустойкие, да? Можно их так назвать. Ну давай, будем потихонечку с тобой бомбить. Тут главное, чтобы вот именно когда мы вызываем, молотильщик не вылез вперед щитобота. Опа, опа, тихо, тихо, тихо. Хорошо, мы его оглушили. Тихонько, что-то тут немножко не так все пошло, как я хотел. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну-ка иди сюда, шпана. Ураганчик, как раз вовремя, а. Как раз и друзья мои вовремя. Бомбанули. Все, запрессовали просто-напросто мы их возле стеночки. И тут им уже ничего не поможет. Есть контакт. Слушай, а сколько у нас с тобой финансов? Мы, может быть, прокачать кого-то можем? Например, того же самого лорда пустоты, который у меня имеет 5 звезд. Ну-ка, где же он? Он у нас вот здесь, да, находится? Лорд пустоты. Вот он.
Слушай, у нас с тобой неплохо деньжат. В плане, мне не хватило, что ли? Ай-яй-яй, друзья мои, буквально немножечко не хватило, чтобы он у меня был фуловым. Ладно, ничего страшного, накопим. Так, а у нас с тобой предпоследний бой. Ага, здесь бродяга. Бродяга — это, конечно, плохо для меня. Он со своим инвизом будет проходить, да, орды наших бойцов. Я буду ждать, когда он появится. Вот он идет. Так, он становится невидимым и перед воротами проявляется. Об этом не стоит забывать. Вот так вот. Вот и все, ребят. Что требовалось нам доказать? О, классненько сейчас получилось. Молотильщик, как всегда, вовремя все сделал. Но не забывай, что воришка этот может... вот он идет. Паладин. Конечно же, паладин здесь самое то, ребят. Бумс. Ни одного шанса нету. Так, иди сюда. Нормуль. Так, еще один всадник, ребят, на журавле выпускается у меня. Бродяга там бежит, бежит, бежит. И прям перед паладином проявился. Это, конечно, зря. Это была его большая, огромная ошибка. И мы с тобой сейчас... Да, победили. Разнесли. Опять же, ребята, всадники на журавле, они пробивают не только юнита, по которому бомбят, а еще и кто сзади стоит. А в данный момент сзади стоял их не замок, поэтому они его и пробили. Ну что? Мы с тобой, в принципе... А, нет, 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 нет. Еще один бой. Я уже думал, что мы с тобой территорию этих прошли. Но нет. Здесь король. Здесь будет король. Так, в принципе, что можно взять? Этот отряд? Нет, не хочу. Этот? Не уверен, что мы сможем пройти... Имба, конечно же, ребята, у нас есть имбовый отряд, который уничтожает любых боссов, любых противников. Именно он у нас и будет здесь выступать в главной роли. Ну что, Ронин, тапки смазал, беги. Не побежал. Не захотел он бежать. Да его сейчас, конечно, тут размажут. Ладно, ничего страшного. Маг-рыцарь вперед. Ронин опять не хочет бежать, ну ты посмотри. Так, ульту пока не тратим с тобой. Мы ждем босса, когда он выйдет. И уже на него, конечно же, тратим. Отражение было здесь сработано. Ай-яй-яй. Чутка не успели. Ладно, ничего страшного. Так, тихо, бродяга. Минус. Слушай, что-то затянулся у нас с тобой тут, по-моему, бой. А вот и король, поехали. В плане, почему ульта не сработала? Она как бы сработала, но не убила. И вот в чем проблема. Слушай, что за дела? Эй, король, хорош. Вот так вот. Слушай, далеко он прошел, я тебе скажу. Так, у нас с тобой еще минутка есть в запасе. Да чё Ронин-то у меня не выходит, не выбегает, а? Что за дела-то? Ну-ка давай ульту применим. Все, ребята, колбасим замок ему. Колбасим. Да, слушай-ка, тут что-то у нас подданные показали себя во всей красе. Как-то так король практически дошел до нашего замка. Еще бы чуть-чуть, он смог бы ударить его. Не, так дело не делается. Давай заберем с тобой награду. Сундук подданных. Эльф. Так, мечник. Крестьянин нам выпал. И у нас территория роботов. Ох ты, толкатель. Плюс бомбер. Толкатель и бомбер. Еще та команда, ребята. Толкатель может толкать, а бомбер очень сильно бомбит с воздуха. Расстояние очень маленькое, поэтому... Нам нужно как-то очень сильно дамажить. А как? Дамагеров так таковых нету. Самурай, он не особо дамагер. Единственное, что мы можем с тобой позвать в помощь. Блин, а он дорого стоит. Может быть, застанет его получится. О, вот это самое противное, ребята.
что он может отталкивать. Причем всех. И наносить тем самым офигенный урон. Ну-ка давай вот так попробуем. Нам повезло. В данный момент нам с тобой круто повезло. Служитель тьмы, давай, действуй. По распорядку, как ты это делаешь. Ну что, первая победа, я так понимаю, за нами. Тут уже все. Шансов у него на победу нет. Да, ребята, хорошо сработала тактика у нас. И мне очень сильно помогли корни. Потому что если бы он подошел бы, этот толкатель, еще бы чуть-чуть поближе сделал бы удар, мы бы получили повреждение. Так, а здесь репульсор в придачу, да? К толкателю идет. Здесь уже будет немножко похуже. Угу. Ну что, давай попробуем с тобой. Выпускаем самурая, естественно, в первую очередь. Так, бомбер летит. Попадает, а? Да, бомбер очень... Вот, вот, вот. Давай, тыквоголовый. Так, они вдвоем, что ли, там? Ну да. Корни. Сейчас тыквоголового уничтожит этот бомбер. Угу. Нисколечко не удивлен этому. Давай еще одного тыквоголового вызывать. Также самурая. И мечника. Куда? Куда разогнались паршивцы? Опять сейчас уничтожат мне, да? Тут запарил. Так, ладно, сделаем с тобой таким вот образом. Так, мы застанем толкателя с тобой. Ну! Да ё-моё, ты достал уже, серьезно, этот бомбер, блин, заколебал уже. Он бомбит моих юнитов просто на раз. Особенно вот этих вот, например, тыквоголового, да, и служителя тьмы. Просто на раз их уничтожает своими ракетами. Так, ну что же, у нас с тобой, блин, тут молотильщик. С молотильщиком-то плохо иметь дело. Вплотную, потому что он пилит своей циркулярой. Тут, слава богу, у нас с тобой есть все-таки танкули неплохие. И плюс... Ой! Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, что-то я забыл, что он дешево стоит. Ну-ка посмотрим, кто кого. Ну, в принципе, голем должен справиться, да, ребят? Так, а он, не забывая, еще при смерти может выпустить свою циркуляру. Вот, видишь, что он сделал? Выпустил именно циркулярку. Так, выпустим с тобой ниндзю. Еще одного, да? Оу-оу-оу-оу, тихо. Попал все-таки, да? Отлично. Ну что же, давай начнем уничтожать замок ему. Как меня бесит, прям не могу этот бомбер. Слушай, он только на молотильщиках может сейчас выиграть, ребята. Но, слава богу, големы не такие простачки. Смотри, что вытворяет, а. Смотри, что исполняет. А там еще... Вау, там еще сзади у него молотильщик стоит. Я понял. Ну давайте, господи, ну... Трындец. Просто одного за другим уничтожает меня. Еще вызвал. Так, давай мы, наверное, ниндзю с тобой позовем. Трындец позвал. Слушай, давай тогда мы сделаем... Нет, фигово так, ребят. Так, ульта, ульта, бьем. Отлично. Слушай, вот смотри, что я заметил. У него слишком часто срабатывает суперудар. Слишком часто. У моих юнитов такого не происходит. Ну, блин, сколько у нас? 34 секунды, кстати, осталось. Времени-то всего. Стоим тут с тобой. Наслаждаемся, ага. Да ёпрсы-то, вы достали. Ну-ка. 17 секунд. Ребят, 17 секунд, блин. 12. 9. Толкатель. Короче, мы с тобой сфейлились. Мы с тобой сфейлились здесь только лишь по времени.
Офигеть. Да потому что тут медляки одни собрались, блин. Еле идут, блин, в штаны наложили, ё-моё. Отряд сам хороший, мощный, но ничего не говорю. Ну вот это вот их не... Пока дойдут, пока там суп прожуют. Блин, нет, надо что-то другое брать. Вот этот, может быть, отряд возьмем с тобой. Попробуем сейчас им разрулить. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, а кого? А, ну тут есть нам кого вызвать. Вот так вот. Так, дальше у нас пойдет Джаггернаут с тобой. Уж против молотильщика-то он нормально работает. Так, подожди-ка, блин, нормально. Выпускаем улитку. Ну-ка, посиди-ка в клеточке, парнишка. Чё-то, ребята, не то. Совсем не то, блин. Тихо, тихо, тихо. Чё-то вообще не заходит, прикинь. Чё-то совсем у нас с тобой не заходит здесь игра. Слушай, он достал. Вот именно молотильщик здесь достал. Выпускать именно свою пилу вшивую. Давай-ка мы сейчас с тобой позовем этого. Во-первых, вот так сделаем. Это раз. А во-вторых, жнеца. Блин! Не успел жнец выйти, как... Уже, ребята, оставили здоровье вообще. Жесть. Слушай, меня достал вон тот вот ханыга, который летает, постоянно бомбит. Просто бесит уже. Как ты дорого стоишь мне в обслуживании, а? Я имею в виду именно этот, Джаггернаут. Очень дорогой юнит. Ну, 38 секунд. Что-то мне это напоминает, ребята. Что-то уже такое было, по-моему, у нас, да, с вами? Толкатель, естественно, отталкивает. Понятное дело, всех не даем, да, подойти. Давай, улитка, ползун. Так, клетку давай выпустим тогда. Ну что там осталось-то добить, господи, ну 11 секунд. Есть. Фух. Слушай, ну ничего себе, как сложно было, а, с ними тут справиться. Что за дела такие творятся? Да, здесь что? Но здесь нормуль, здесь нету этой пилы, так что можно вернуться к прежнему своему отряду, который у нас там был, вот этот. Они должны тут распетрушить, несмотря на то, что у них даже есть тут щитобот. Щитобота мы с тобой уничтожим. У нас неплохо их ниндзя бомбит. Но у него, опять же, никто не отменял этого бомбера, который будет там постоянно мешаться нам. Этот еще ханурик может оттолкнуть наших солдат, об этом не забывай. Ну, жаба с молотом. Пошла, 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 роднули. Опять этот идет. Ну-ка, может, застанет его, получится. Трындец. Так, двигаемся дальше. Ну, ага, и толкатель там еще. Сейчас попробуем их все-таки продавить. Захомутать. Жестко, жестко как-то здесь. Молнии выпускаем. Слушай, ну, в принципе, ребят, мы должны их здесь вырубить. Так, минус толкатель, карточку забираем и уничтожаем базу. Все. Справились. Но как-то, согласись, все равно долго. Долго что-то как-то у нас бой с тобой шел. Последний этап. Здесь, елки-палки. Термин, да? Нет, против термина, ребята, мы будем с вами брать нашу имбовую команду. Термин 9000, вы прекрасно знаете, что он делает. Как он бомбит, причем наземные и воздушные цели, я как-то не хочу с ним тут рассусоливаться особенно сильно. Будем просто брать нахрапом.
Так, ну что, Руни, ты готов? Надеюсь, чешки смазал на этот раз. Блин, нет. Лучше тогда вот так сделаем. Лучше сделаем с тобой вот так вот. Теперь. Блин, почему-то он у меня сегодня не хочет бежать. В чем проблема, я не могу понять, а? Что с тобой не так, парень? Ну? Бесявый вот этот хмырь, если честно. Бомбер. Ну, наконец-то, наконец-то смажил чешки свои, но... Вот зачем я сейчас применил ульту, объясни мне. Если он сейчас вызовет термина, тут будет трындец. А он его вызвал. И отдуплили мы его. Да, именно Ронин его поджарил, друзья мои. Просто разбежался, чик. И термин 9000 валяется. Отлично. Как говорится, не ультой подбили, так юнитом. Ну что ж, забираем твою награду. И что нам здесь достанется в сундук робота? 9 гемов. Так, 9 хилботов и 12 ядерботов. Территория нежити приветствует нас. Потом будет нефритовая долина и захватчики. Ну что же, нежить. Значит, здесь голем плюс некро. Нет, это не некро, это ребята банши. Слушай, я думаю, вот этот отряд, в принципе, должен здесь нормально разрулить ситуацию. Ничего сложного здесь не должно быть. Главное, успеть тыкву-голову позвать. Тогда все будет у нас с тобой хорошо. Ой-ой-ой, голем. Голем уже вышел. А он сейчас эту будет вызывать. Ну, естественно, потому что она будет орать сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Не дай бог еще станет будет. Тут будет плохо, ребят. А она уже так и делает. Быстро ее тыкву-головой сноси. Нормуль. Тихо-тихо-тихо-тихо. Корни-корни. Конечно же корни, ребят. Иначе будет жестко. Вот голем, а. Ты посмотри, какой крепкий. Фиг его пробьешь. Так, банши это вата. Вот голем, да. Еще один тыкву-головой. Ну все, тут уже побед за нами. Тут шансов у них нету. И не будет. Так, что у нас там? Корни созрели. Мы можем корни, в принципе, выпустить, если нам понадобится. Ну, где вражина-то? Вот он появился. Все. Размочили мы их. Ну что же. Неплохо, да? Для первой катки. Поэтому мы с тобой и двигаемся дальше. И здесь прыгун. Прыгун, ё-моё. Это плохо. Прыгун в ярости, это... Ребята, это имба, на самом деле. Если он прыгнет, плюс свою истерику врубит, он порвет любого. Хоть голема, хоть жабу с пушкой. Там ему без разницы абсолютно. Так, у него голем с отхилом, да, попался? Понятно. Так, давай-ка тогда мы вызовем ниндзю нам в помощь. Раз он так делает. Воу, тихо, что-то какая-то армия у тебя слишком мощная, парень. А вот и прыгун, друзья мои. Но он без истерики, слава богу, вышел. Это хорошо. Это хорошо, что он без истерики, все нормуль. Так, давай еще ниндзю позовем. Но опять же расслабляться не стоит, вот он. Опять без истерики, замечательно, значит мы его порвем. Так, давай, БФГшка, помогай. Молнии. Все отлично. Прекрасно. Побед за нами, и мы сразу же идем на следующий бой. На следующий бой у нас открывается кто? Когтистый. Слушай, я думаю, ничего не будем менять с тобой. В принципе, когтистого неплохо бомбят ниндзя. Банши, но она будет, конечно, там орать, пытаться что-то сделать. Но вряд ли у нее что-то получится. Я вот давно не вызывал богиню. Нашу вот эту богиню солнца. Надо как-то замутить, тебе не кажется? Ой, тихо, подожди, а как? Вот объясни мне, как он сразу двух? Вот я вот сделал, ребята, у меня больше энергии нету. А он сразу и этого вызывает, да? И того, и сего, и пятое, и десятое. Нет, это что-то, ребят, не то. Не мог он никак вызвать сразу двоих. Да вы достали, а?
Отлично, получили свое. Так, БФГ ходовая там, бомби. Отлично. Нам надо ее прокачать как-то по фулке. О, заморозка. Вообще крутенько. Так, голем выпал нам. Ну что? Хотел и попробую, ребята, вызвать все-таки богиню солнца. Ну ты будешь, блин, копиться или нет? Накопил. Я, ребята, ее накопил. Вон она. Летит. На парусах. Давай, вжаривай. Отлично. Смотри, неплохой такой урон, да? Наносит ее вот эти вот лучи. Классненько, очень классно. Она еще наносит. А, нет, она не наносит урон, да? Или наносит замку? Наносит все-таки. Ну вот и все. Песенка их не спета. Тут еще и заморозка у меня. Все подряд. Отлично. Так, ну давай смотреть, что у нас там дальше поджидает. Предпоследний этап. Ага, служитель тьмы, собственно, персоны. Прыгун. Так, здесь энергии нету. Подожди, а где у меня отряд с этими? Здесь нет энергии. Этот бесполезно брать. Блин, этот что ли получается? Ну давай, я рискну, ребят. Хотя прыгун, еще раз повторю, он может разорвать любого. Если там голем ему встретится в ярости, да? Он его порвет. Я уже молчу там про ниндзю или еще кого-нибудь. Так я и понял. Именно с этой тактики он и начинает, да? Хорошо. Без ярости, ребята, без ярости. Отлично, нам повезло. Ниндзя. Я вспомнил эту тактику его, которую он сейчас будет, как говорится, делать. Ну-ка. Ох, как хорошо банши мы застанили. Прыгун. А вот здесь истерика, ребята, включилась. Слава богу, он потратил ее на БФГшку, всю эту истерику свою. Служитель тьмы, куда ты тут выпендриваешься, а? Все четко. Ну, мы уже замок его, ребята, практически уничтожили. Возле него стоим, тут ничего ему уже не поможет. Все. На изи. Так, остается, по-моему, последний у нас здесь поединок. И у нас территория нежити будет пройдена. Здесь нет прыгуна, поэтому я думаю, что, наверное, возьмем с тобой этот отряд. Так, у меня дед все-таки посильнее, да? У меня 100 уровня, у него 99. Но у меня сам отряд по себе не очень хороший, вот именно этот. Надеюсь, все-таки мы здесь с тобой справимся. Тыквоголовый. Есть. Этот есть. Так, ну что, начнем, наверное, с тыквоголового. Сразу же будем его прикрывать мечником. И самураем, конечно же. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Корни, корни нужны. Так, отлично. Пока вроде бы неплохо, ребят. Нужно копить нам с тобой энергию, знаешь, на кого? На деда. Видишь, что делает? Хиляет. Так, в истерику успел у меня самурай, да, упасть, отлично. Он вызвал деда, ребят. Он не дурик. А ты видишь, кто сзади деда стоит? Да-да. Именно тот самый хиллер, которого я терпеть не могу. Но где мой дед-то, я не помню. Че, я не понял, а почему? А что случилось-то? Не успей, не успел. Отлично, не успел отхилять. Не хватило силенок захилять ему, оказывается, прикинь. Деда. Не справился, короче, хил у них. Вот что я тебе хочу сказать. И это шикарно. Потому что ему крышка.
Ты посмотри, что у меня тут происходит. Какая армия тут у меня идет. Сейчас дед еще звезданет. У-у-у. Еще и заморозка. Классно. Просто разбомбили и все. Ну что же, территория нежити у нас тоже пройдена. Отлично, забираем сундук. И нам выпадает здесь... Так, вот этот зомби мне нужен. Я его, ребят, прокачиваю. Очень уже долго прокачиваю, никак не могу докачать. Так, а здесь у нас, значит, копейщик плюс тигр. Вот такая вот комбинация. Копейщик плюс тигр. Тигр, естественно, вызывает свою душу, когда погибает, что не есть хорошо. Ну, давай. Так, может, хватит уже своих копеечков. Он сейчас так и будет спавнить, ребят. А нам нужно с тобой накопить, знаешь, кого? На тыквоголового. Сейчас тигр выйдет. Вот он уже появился. Вот он и появился, тигр. Надеюсь, никаких душ не будет. Смотри-ка, не было никакой души. И это круто. Так, ладно. Посмотрим, что у нас. Не дай бог, сейчас опять тигр. Вот этот тигр наверняка сейчас при смерти выпустит душу и снесет все мои отряды. Нет, нам повезло. Ничего такого не произошло. Окей. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше, да? Вторая битва у нас. Опять тигр здесь сохранился. Ну, можно, в принципе, и вот этот отряд использовать. В принципе, нам ничего с тобой не мешает. Тигр, да, значит. Ну, тут лучше всего, ребята, использовать всадников на журавле и наших паладинов. Паладин, так это вообще топчик получается здесь в данный момент. Не надо только шугать их. Уже испугали, а? Ты посмотри. Ну-ка, молотильщик, давай. Минусую их тут всех. Отлично. Ай-яй-яй. Так, я, наверное, друидку позову, да и все. Делов-то на копейку, да? Нет, лучше всадника на журавле. Да, лучше именно его. Так, смотри, не было души никакой, да? Отлично. Так, давай, наверное, еще с тобой немножко накопим. Так, и будем вызывать уже друидку нашу. Поехали. Пускай она идет. Так, 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 тихо, 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 тихо. Что это такое? Что это называется? Как это вообще? Как они прошли? Твою налево, блин. Так, друидка, будь добра. Я хотел сказать, будь добра отхилять нас. И тут уже все произошло. Так, ну что, друзья мои, отлично. У нас с вами третий бой. Третий бой, так. Ронин. Твою ж налево, блин, вот Ронина мне тут только не хватало, а. Это плохо. У нас есть, конечно, с тобой слизень, который может сбить атаку Ронина. А вот как он по урону? Оу, серьезно, что ли? Так это же вообще круто. Если она может уничтожить сразу Ронина, это замечательно. Давай, улитка. Динч. Красава. Слушай, так, мы таким образом можем с тобой... Ой. Вот против тигра, я думаю, что этот фокус не сработает. Да, блин, этот Ронин. Ну-ка, всех их там давай, в кучу. Бумс. Ой. Тихо-тихо-тихо. Разогнался, да, и... Да, ребят, это все за счет улитки. Ползуна нашего. Да ну, блин. Это было плохо, ребят. Надо их сносить всех, какие дрянь фени. Достали уже. Просто в корень достали. Но... Вот по тигру не особо сильный дамаг идет, если честно. Не особо сильный. Тынч. Блин, у нас получается, знаешь, такая вот ерунда,
Шаг вперед, два назад у нас получается. Вот что я заметил. И все это из-за этого тигра. Потому что именно он уничтожает мои войска своей вот этой душой. Ну давай, 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 родные мои. Сколько там? 40 секунд осталось? 40. Заморозка. Нафиг я ее использовал сейчас, ума не приложу. Вот смотри, если он сейчас опять душу выпустит, то будет плохо. Но нам повезло, нам очень крупно повезло. Фух. Так, ну что, двигаемся с тобой далее. Сколько там у нас еще? Это предпоследний этап. Ниндзя здесь прибавляется, ко всему прочему. Ниндзя, да, значит? Так, а у нас два отряда всего лишь остается. Имба и вот этот вот. Против ниндзя. Хорошо. Попробуем. Этот отряд против ниндзя. Ну, я что-то как-то... Не знаю, тут еще и тигр, еще и ниндзя. Будет сложно. Нет, если бы, конечно, жнеца позвать. Но, опять же, душа быстро очень снесет его. Но здесь зато нет Родина. Ладно, посмотрим. Так, тихо. Ну, вот куда ты собрался, а, тигр? Блин, и ниндзя еще. Ну, ё-моё, ну, серьезно. Ну-ка, клетку. Всех их в клетку, блин, не всех. Не получилось. Ух, ты видел, что он сделал? Вот так вот, ребята. Просто вонючая душа вот так вот сработала, и все. Давай, баллиста, бомби. Улиточка. Бумс. Тут даже вот неохота вызывать, понимаешь, просто никого. Потому что тигр этот, ну, сам понимаешь, он сейчас просто возьмет, уничтожит и все. Ну, надо же. Давай, жнец, плоди армию нежити нашей. Шух. Шух. Косит. Нормуль. Здоровья, правда, маловато, но фиг с ним, пока терпимо. Испугал моего этого, а. Давай, закашивай там. Блин, все что ли? Как-то быстро разнесли. Есть. Ну вот, ребята, вся песенка вам. Я даже сам не успел разглядеть, как мы уничтожили ему замок. Так, а здесь у нас богиня солнца, Ронин. Ну, здесь, сам понимаешь, только имба. Только лишь имба. То есть, мои юниты против его. Так, ну здесь нам лучше с тобой, наверное... Че, сейчас будет выпускать Ронина? Давай попробуем. Упс! Упс! Беда, ребята, беда, конечно, была сейчас. Но ничего страшного. Отыграемся. Ронин, ну что? Что ты, а? Ну что это, ребят, происходит? Я не могу понять. Что это за дела, а? Такого не должно быть. Априори, просто по своей. Ты не хочет выходить, и все. Вот. Явились, не запылились, да? Что-то не так, по-моему, пошло у нас, друзья. Что-то не так. Что-то вообще как-то... Тихо. Ребят, ну такого быть не может, чтобы мой отряд тут и продинамился. Давай эту богиню, блин. Нифига не получается, прикинь. Ульта. Она, может быть, меня спасет. В принципе, ребята, есть шанс. Ронин, выбеги. Нифига не хочет выбегать. На-ка, богинюшка. Всыпали мы, ребята. Что тут происходит? Эй! Эй! Трындец, это же надо было так сфейлиться. Ё-моё, блин. Удар все-таки успели нанести. Так, я ускоряюсь, короче, это бесполезняк, ребят. Просто бесполезняк. Да. Обида, трындец.
Этот вшивый тигр, все из-за него, ребят. Все из-за этого тигра. Ладно, переиграем. Целая попытка имбы команды, ребята, просто коту под хвост. Поехали. Ты думаешь, я сдамся? Нет, парень, сдаваться я не намерен. Как мы вообще позволили этой богине появиться? Скажи-ка мне на милость. Вообще не должно было быть. Так, Ронин, давай, погнали. Как всегда. Как всегда, ребята, он штаны наложил, идет еле-еле. А у него выбегает. Понимаешь, у него выбегает, а мой в штаны наложивший идет. Вот и все. Отражение у этой не срабатывает почему-то, фиг поймешь почему. Бредятина какая-то получается. Поехали. Так продолжаться больше не может, ребят. Тигр, да? Ну, как всегда, тигр. Оу, уже и богиня вышла у него. И смотри, смотри, что происходит. Заморозка. Да опять то же самое. Ребят, опять то же самое, что и было. Один в один, вот прям повторение. Ты посмотри. Ну, богинюшка, ну. Давай, 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 давай. Через отражение. Есть, ну тут, вот тут чуть-чуть получше, ребят. Блин, чуть-чуть получше. Отлично, хотя бы так. Отражение, давай, срабатывай. Да где твое отражение? Вот оно. Слишком поздно как-то. Неужели ты вышел, ядрен батон? Ну, в коем-то веке, а? Так, подожди, что-то тут накаляется обстановочка у нас. Поехали. Ага. Выкусил, да, я так понимаю? Ребят, тут у нас времени не имеет значения. Нам главное с тобой не получить повреждения по замку, и все. И победа будет за нами. Так, ведьма у меня идет потихонечку, да? Не спеша, так скажем. Окей, ульта. Ну, я думаю, что здесь шансов у него на победу вообще не осталось нисколечко. Есть контакт. Я же говорю, отомщу. Я отомстил. Забираем с тобой награды. Сундук Нефритовой Империи. Собственно, персоны. Сакура и Богиня Солнца. Так, а у нас с тобой территория захватчиков. А энергия есть? Есть, кстати, вот здесь. Мы можем этот отряд с тобой, в принципе, отыграть. Почему бы и нет? Пускай расстояние даже не очень большое. А кто там у нас? Страж вместе с кем он там пойдет? С жабой, по-моему, да? Тут, конечно, лучше брать тогда ниндзю, получается. Для прикрытия. Ой, какой мы маленький урон наносим. Это вот посмотри просто. Вообще ничтожный. Так, БФГ тогда вызовем с тобой. Молнии. Вот это было хорошо. Так, ну тут уже всем все понятно, да? Тут никому не надо ничего разъяснять. Погоди-ка еще пока. Рано радоваться. Хотя, не, нормально. Все. Разнесли в хламину замок ему, этот пилон. Так, ну что, двигаемся дальше. И у нас... у нас с тобой, по-моему, один отряд остался, у которого есть энергия. Ага, вот, вот, это уже радует, ребята. Берем. Берем именно этих ребятулек и погнали. У нас здесь с тобой баллисты есть. Ну, естественно, нужно будет ее как-то прикрывать. А для начала вызовем, конечно, Джаггера. Так, Джаггера. Потом баллисту желательно выпускать. Улитка, ну-ка. Какая-то фигня получается, ребята, если честно. Да ну хорош. В клетку вас всех. Паршивцев этаких.
вот видишь, до чего хороша вот такая вот ульта. Ничего сделать не может, сидит там в привязи. Ну, правда, вот это сейчас может их освободить, конечно. Но мне кажется, вряд ли. Да. Ничегошеньки у них там не получилось. Ну, а мы сейчас разбомбим. Да. Именно то, что нужно. Так, у нас, по-моему, еще, да, с тобой есть там порох, как говорится, в пороховницах. Да, есть. Ага, здесь уже бородавочник. А слушай, а я вот не знаю, бородавочник против улитки, против ползуна нормуль работает или нет? Я знаю, что я могу сбить, но вот уничтожить смогу ли я? Вот здесь не уверен. Так, в любом случае вызываем Джаггера. О, этот вышел спокойно. Ну-ка посмотрим вот улитку. Ну-ка. Ага. Слушай, ну улитка довольно неплохо наносит урон, я тебе скажу. Так. Давай-ка мы его, наверное, вот так вот. Пускай он там отдуплится. Джаггер, выходи. Будешь прикрывать нашу некро. Замечательно. И баллисточка сейчас займется, ребята, своим веселым действием. Нате вам. Все получите. Просто штабелями падают. Так, еще клетку выпустим. Ну что, съели? Вот тут и оно. И просто выпускаешь периодически вот этого вот слизня нашего ползуна. И все очень прекрасно получается. Да. Найс. А как еще скажешь, ребят? Ну что, двигаемся с тобой далее. Так, смотрим. Так, слушай, мы можем с тобой сегодня пройти... Так, секунду. Тут хищнец. Блин, против него-то... Я знаю, что этот отряд вряд ли против него пойдет, против хищница. Ну, не справимся мы. Имбу брать, если только. Хотя, погоди. Хищнец, он же, наверное... Улитка, я думаю, сможет его сразу же подбить. Ну, имею... Улитка, слизень, ну... Мне почему-то называется ползун. Вот, смотри. Сейчас он будет делать прыжок, мы проверим просто с тобой, насколько эффективно. Вообще изумительно. Изумительно, ребята, бомбит. Так что мы сейчас будем отбиваться именно ей. Так, Джаггер пошел. И у нее очень быстрый откат. Вот это мне еще нравится. Куда ты разогналась, а? Клеточка, ребята, клеточка, конечно же. Опа. Еще один ползун. Побежал. Баллисточка. Еще. Тихо. Шикарно. Да ладно, неужели сработала тактика, а? Тактика живца. Или ползуна, называй как хочешь. Не, а что, нормально все сработало? Я не ожидал даже такого офигенного результата. Вот тебе и все. Делов-то на копеечку. И у нас с тобой остается всего лишь один бой. Да, ребят, один бой и один откат. Ха, тютелька в тютельку. А я только сегодня говорил, да, как же я хотел бы пройти сразу же с одной заходки целый телепорт. Вот тебе и результат, ребята. Главное, чтобы здесь не сфейлиться, и все будет хорошо. Так, ну что, Ронина выпустим, да, для начала? Пускай он погуляет у нас. Тихо, смотри. Опа. Ты понял, что случилось? Вот так вот, ребята, это непредсказуемость была. Ну-ка, накажи его. Это в ответку ему. Блин, вот это плохо. Это, блин, плохо. А кто тут босс? Все, я вспомнил, кто тут здесь босс. Не самый хороший, да, ребята, здесь? Так, пора, по-моему, врубать нам ульту.
Иначе мы не справимся здесь. Так, если он начинает, вот смотри, когда он начинает вот такую вот армию выпускать большую, огромную, все, ребят, трындец. Как бы мне сейчас это не аукнулось. Как бы мне это сейчас не аукнулось против меня. Блин, я жду ульту. Без ульты я не смогу здесь ничего сделать. Сейчас опять, да, приворожит, ну-ка. Есть, друзья мои, скорее всего, победа будет за нами здесь. Скорее всего. Я на это надеюсь. Так, опять тут разбегается хламон. Ха-ха. Он у меня прыгу тут подскочил, понимаешь? Успел все-таки, да, выйти на передовую, отлично. Давай, Ронин, быстрее. Все. Песенка, друзья мои, спета. Поздравляю нас с идеальным прохождением этого портала. Ну как с идеальным, были какие-то помарочки, были даже проигрыши. Но мы с тобой сразу же прошли портал. Целый сегодня. Шикарно. Так, и забираем с тобой награды. Фиг, товарищ, опять эльф. И опять у нас с тобой копейщик. Да, ребята? И нас поджидает следующий портал, который мы уже будем проходить с тобой в следующей, конечно же, серии. Ну, а на этом, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.